Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня я расскажу, как вырезать какой-нибудь объект из фотографии. В данном случае я вырвал вот такую фотографию и хочу вырезать вот такую руку с циферблатом. Значит, вырезать мы будем с помощью бесплатной программы PaintNet. На моем канале есть как скачать и где ее скачать. И можете просто набрать в Яндексе PaintNet и выйти на официальный сайт, там скачать. Итак, сегодня я расскажу, как с помощью этой программы вырезать какой-нибудь объект или фрагмент. Значит, кидаем, просто перетаскиваем картинку, которую мы хотим обрезать. Значит, раз. Как видите, она, ну, как бы маленькая. Можно изменить, значит, размер изображения. Допустим, изменить размер нажимаем. И, допустим, увеличим ее... Так, ну, сделаем просто 1920 на 1080, вот такой размер. Если вы будете так же действовать, как и я, не забудьте здесь убрать «Сохранить пропорции». Нажимаем «Далее». Итак, вот наша картинка увеличилась, вот эту руку мы будем вырезать. Для этого нам понадобятся инструменты, и в инструментах нам понадобится ластик, вот этот. Или его можно выбрать клавишей E, как видите. Выбираем. Далее увеличиваем толщину. Ну, в данном случае пускай будет 6. Далее я зажимаю Ctrl и кручу колесико, чтобы приблизить, значит, изображение. И далее. Значит, наша задача все вырезать, удалить из этой картинки, кроме вот этой руки с циферблатом. Для этого я, прежде всего, как в детской раскраске, буду как бы очерчивать ластиком контур руки. Так, я вижу, что не хватает толщины. Возьмем десяточку. Вот так вот. Приблизим еще немного. Ctrl-Z, если вы заехали куда-то, можно Ctrl-Z нажать и, соответственно, вернуться в исходное положение. Итак, вот мы обвели контур. Сейчас я проверю, как целиком ли. Да, вот мы обвели нашу руку. И теперь далее увеличиваем толщину нашего ластика, чтобы закрасить. Ну, можем сразу же взять большой, закрасить пока, точнее, стереть все, что пока не касается руки. Ну и далее, значит, уменьшаем толщину. Так, еще побольше возьму. Ну и далее можно вот так просто нажатиями небольшими. Вот. Раз. Примечаю, нажимаю. Вот так навел, один раз нажал, и все стерлось. Оп. Заехал немного, Ctrl-Z.
Опять заехал. Ну и далее теперь важная часть. Сохранять мы будем в формате. Нажимаем «Сохранить как». Обязательно формат запомните GIF. Как видите, я уже вот пробовал, сохранял. Вот у меня рука. Надо сохранять именно в таком формате, чтобы можно было потом легко наложить на другую картинку. Сейчас я вам продемонстрирую. Во-первых, назовем ее GIF 2222. Допустим, вот так. Нажимаем ОК, после чего наша картинка сохраняется. Так, почему-то не хочет сохраняться. Все, сохранилось. Далее, значит, будем действовать так. Возьмем картинку, на которую нам надо будет наложить данную фотографию. Так, вот эта картинка, кидаем ее, нажимаем «Открыть». И далее действуем следующим образом. Ну, чтобы было яснее, можно еще раз взять нашу же сохраненную картинку, кинуть, чтобы человек не сомневался, что как бы все получится. Далее, значит, в инструментах берем «Выделить», выбор прямоугольной области. Ну и выделяем нашу, значит, руку. Нажимаем Ctrl-C, либо выделяем. И нажимаем Ctrl плюс C. Далее, вот эту картинку, куда мы будем вставлять, вот это изображение, куда мы будем вставлять наш вырезанный фрагмент. Значит, тут обязательно нажать слои и добавить новый слой. Вот. Ну, сейчас я нажму Ctrl-Z и покажу, что если не добавлять новый слой. Как видите, наша картина тогда перекрывает. Нажимаем Ctrl-Z опять, слои, добавить новый слой и опять Ctrl-V. И как видите, наша картинка вырезанная или фрагмент абсолютно подходит уже. Можно вот так масштабировать. Вот, и соответственно, видно, что ничто не перекрывает, и вырезанный фрагмент идеально подходит. Теперь можно нажать «Файл», «Сохранить как». И, допустим, не забудьте только уже сохранить в формате JPEG. Результат. Вот так. Нажимаем «Сохранить». Хорошо. Нажимаем «Объединить все слои». И далее ищем, где наш результат. Вот. Результат, вот что получилось в результате. Естественно, можно было вот этот вот обрез, чтобы его не было, прислонить руку вот к этой части фотографии. Вот, и тогда бы его было не видно. Ну, суть я рассказал. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.